Если в своей группе вы один будете зарабатывать, бизнес ни за что не преуспеет. Поэтому, чтобы бизнес хорошо шел, кто должен зарабатывать? Даже если меня не будет, можете не волноваться, потому что наша культура обслуживания уже сформирована. Обслуживание потребителей с абсолютным качеством и абсолютной ценой. Мы помогаем тем, кто занимается бизнесом. Это уже укоренилось в нас. Разве среди сотрудников Atomy станет кто-нибудь предлагать нелепый продукт? Продаем за $300, давай за него 50 тысяч PV. Найдется такой сотрудник или нет? Да ни за что, насколько я знаю. Культура абсолютного качества по абсолютной цене не рухнет. Перейдет к следующему поколению. Есть также причина, по которой я создал Atomy с системой подсчета за каждый день. Даже если сегодня мы закроемся, не должно быть так, чтобы завтра пришли за деньгами. Почему? Чтобы после моей смерти никто не приходил взыскивать долги, чтобы компании и партнеры не сталкивались с трудностями. Если оставить такой долг, то вероятность продолжения падает. Поэтому я беспокоился о том, что станет с Atomy после того, как я умру. Больше, чем кто-либо, больше, чем вы. Намного больше, чем вы думаете. Таким образом, я решил сделать так, чтобы у компании не было проблем, даже если я сегодня умру. Поэтому и создал ежедневную систему подсчета. В самом начале Atomy было очень много тех, кто беспокоился о компании. Упадут ли небеса? Исчезнет ли земля? Каждый день кто-то переживал. Не волнуйтесь о компании, беспокойтесь о партнерах. Например, Atomy прогорело. И среди текущих партнеров никто не захотел идти за вами. Ах, бесит! Как подумай о том, что, встретив такого человека, как ты, став партнером, столько стресса испытал, что даже если снова займусь бизнесом, не хочу это делать с таким, как ты. Тогда такой человек действительно разорен. Очень важно то, как вы работаете сейчас. Я всегда думал такими критериями. Например, случилось какое-то особое бедствие. Если Atomy разорится, а я решу начать сначала, захотят ли наши бизнесмены снова со мной работать? Или скажут: «Нет, не хочу снова тебя видеть». Это и есть критерий, по которому я работаю и двигаюсь. Так что я беспокоюсь больше, чем вы. И создал компанию тщательно, чтобы она продолжала работать без проблем, даже если меня не будет. Так что просто хорошо работайте. Работайте. Беспокойтесь о своей ветке, о своих партнерах. Хорошо? Позвольте спросить, вы занимаетесь искусственными покупками ради своей выгоды или делаете искусственные покупки ради выгоды партнеров? Некоторые говорят, что искусственные покупки – это вызов себе, но это ерунда. Между вызовом себе и искусственными покупками не маленькая разница, а огромная. Все занимаются искусственными покупками, чтобы подогнать показатели своего вознаграждения. Господа, если только вы будете получать деньги, бизнес будет преуспевать или нет? Если вы в своей группе будете один зарабатывать, бизнес не преуспеет. Так что, чтобы вести успешный бизнес, зарабатывать должен кто? Зарабатывать должны ваши партнеры. Но глупцы жертвуют партнерами, заставляют их расплачиваться карточками, входить в долги и только собирают свою выгоду. В том месяце у вас получится – а в следующем опять получится, если партнеры прогорят, вы тоже в конечном счете обанкротитесь. Делают так, а потом говорят: в Atomy не зарабатывают. Заниматься Atomy трудно. Таким людям должно быть трудно. Я так считаю.
Почему? Потому что создавали трудности партнерам, заставляя других страдать, при этом не приложив ни капли своих усилий. Если бизнес идет хорошо, разве так правильно? Испытание было создано для того, чтобы партнерам продолжительно поступали вознаграждения. Это и есть природа бизнеса. Партнеры должны продолжать получать деньги. Партнеры должны зарабатывать. Человек, который сконцентрирован только на своем успехе, глуп. Умным можно назвать того, кто ориентирован на успех партнеров. Почему? Если только партнер добьется успеха, вы преуспеете или нет? Конечно, преуспеете. Если к вашим партнерам поступают щедрые вознаграждения, вам можно не работать с того момента. Вы бежите ради этого. Это и есть ваша задача. Через это вы избавляетесь от работы, наслаждаясь богатством в плане денег и свободой во времени. Поэтому забудьте о своем успехе. Забудьте. Прошу вас сосредоточиться исключительно на успехе ваших партнеров. Более того, на устойчивом доходе, продолжительном доходе. Все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на том, как помочь партнерам добиться этого.